Ну а сейчас мы поиграем на художнице. Конечно же, замечательная карта. Ну и мы поставили себе аж 4 вороны. Одна попалась. Привет! Сюда! Ой, я забыл выключить ВК. Извиняюсь. Это было слишком просто. Блин, не, мне кажется, все-таки это... Да что ж такое-то, сейчас я выключу. Мне кажется, это самый имбовый ман, который только есть сейчас. Хотя близнецы меня бесят, но это, конечно, жесть. Так, секундочку. Повесили. Ой-ой-ой, прям здесь есть. И я не попал. Я 4 запустил. А, она выбежала, спас... Ни хрена у них там стратегия. Или она сама спрыгнула? Что-то я не понял. Ну вот прикол. Ну ладно. Да ладно. Она не отгоняет от себя ворон. Интересно, есть ли орешек? Я думаю, что да. Ой, осколок, осколок. Осколочек? Осколка нет. Окей. Я мимо пронесу, не против. Ой, да, 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 ломаешь уже, конечно, расскажи. Так. Отгонять будешь? Орешек, интересно. Ой, ну это, конечно, хорош. Это, конечно, хорош. Так, давай еще раз. А почему? Почему лишь она присосалась? До сих пор этого не понимаю. Дистанция вроде близкая. Достаточно. Так, ну ладно, поднимаем. Опять идем вешать на наш крючок. А, о, прям здесь есть, замечательно. Так. Тотемчик сделали, благо. Нам этого не надо. Сделаем одну ворону близко. Ну спасайте же. Неплохо. Хитуля не состоялась. Хитуля состоялась. Прыгнет? А, здесь нет этого. То есть здесь есть вот что. О! Так. Сначала хит дам, наверное, простой. Только я не понял, куда дед. Дед, получается, куда-то просто в угол сел лечиться. Странно. Так. Мое мнение, от вороны нужно просто убегать.
типа Shift V жать и все. Тебе от нее ничего не поможет. Вот так, чтобы прям нормально. Тотем ставит. Нормально вообще, нет? Так. Спустимся. Это было глупо. Так, кидать. Так, здесь не чинят. Там чинили только, если... Ты куда? Ладно, осколок есть? Расскажи. Осколка нет. Неплохо так устроились. Ой, как жаль. Да чтоб тебя, ломайся. Я думаю, ее уже идут спасать. Нет еще? Удивительно. Да чтоб тебя, ну... Давай две вороны-то поставим. Так. Не чинит. Почему она как-то... В одну, в другую сторону дергается. Неужели она меня видит? Такую дистанцию она успела преодолеть, интересно. Прям сверху чинит. Ну а ты чё? Так. Интересно было, она упала или нет? Это почему-то уворачивается, думает, что на дистанции я тоже ее хитану. Это ты зря, тебя там прикрывали. Ух ты! Зашибись. Так, сюда. Крючочки есть у нас здесь? К сожалению, нет. А у нас здесь реально даже близко крюков нет. Это интересно очень. Зато здесь в углу заспавнился. А это как так вообще? Или спилили? Здесь просто нет крюков. Все, хватит, уйди отсюда. Серьезно? Она еще и вкололась что-то. Максимально изичная просто катка. А, ну не, она идет сюда. Ладно. Из-за того... Просто из-за одного крюка. Ну вот как так может быть? Серьезно? Жесть, переигрывает. Хватит. Сюда. Прям разбомбился я что-то, но это вообще жесть какая-то. Ай, два генщика еще сразу заведенных. Ну окей. Почему бы и нет, действительно. Давайте отдадим им все генераторы просто. Опусти. О боже.
спасет. Ну жесть вообще. Иди ты в жопу. Он вообще первый раз у нас будет только висеть. Но благо крюк прям здесь. Ну, конечно! Боже! Остановите ее кто-нибудь. Как она играет? Жесть. А. Нет, лучше ее все-таки это самое. На крючочке. Если еще успеть бы, было бы вообще замечательно. Херушки называется. Запускай. Ой, как тут выигрывать? Ну, минус два. Наверное. Хотя бы одно мимента мы завязали. Ну вообще фришная игра была на самом деле. Вот там, конечно, тоже у кладетки момент очень сильно решил. Я мог очень спокойно просто ее повесить на любой из крюков и не дать им вычинить два гена. Но игра решила, да-да, пошел я нахер. И крюк мне поставила аж на улице. ГГ.